Эй, Рекер, ты очнулся? Возвращайся к нам, маленький. Больше не отключайся. Славно, Рекер. Круто водишь, только концовка малость подкачала. Включи свет, пока. Тебе не видится. Ты застрял, сержант. Ирландец, паниковать в такой ситуации — это самое худшее. Не надо так говорить. Ты меня до усрачки пугаешь. Пак, помоги сдвинуть течение. А, мы все еще тонем. Мы вытащим тебя отсюда, да? Слышишь? Каким образом? Дверь заклинила. Черт! Не так все должно было произойти, Ирландец. Возьми мой пистолет. Ты чего, блядь, задумал? Он теперь твой. Ты чего, блядь, задумал? Если волк хочет выжить, он должен открыть себе лапу. Стреляй! Не делай этого! Давай, Рекер, стреляй туда! Это приказ! Рекер, блядь, не вздумай! Спасайтесь, выбирайтесь отсюда! Выбирайтесь в корню, брат! Слышишь? Стреляй во кто, или погибнут все! Всем здравствуйте, мы с вами сегодня поиграем в Battlefield 4. Ну, в общем, начнем. А вот и наши чувачки, которых нам надо будет подшатать. Ну ладно. Бросай, бросай оружие! Черт возьми, Рекер, я чуть тебе в лицо не пальнул. От хвоста ты избавился. Полегче, Пак. Где тебя черти носили? После того, как передача данных пошла наперекосяк, я отправился сюда. Русский, да, спецназ, они то тут, то там. Дыши глубже, сынок. Информация у тебя? Да, да, у меня. Славно. Черт, уже светло. Нам нужно добраться до точки эвакуации. Ирландца видел? Я думал, он с тобой. Придется нарушить молчание. Могильщик 3, это могильщик главный. Где вы? Могильщик главный, возвращаюсь с севера. Уже близко, запрашиваю огневое прикрытие. Вас понял, ирландец. Мы вас прикроем. Рекер, готовься. Прикройте мой задницу. Займи позицию у окна, будем прикрывать ирландца. Возьми патроны в контейнере. Так, а что мы тут можем у нас? Может, снайпер повезти? Давайте пока так попробуем. Не стрелять! Кто там? Ирландец, осторожно! Отцепись от меня! Рейкер! Враги в окнах, закройте! Они меня прижали! Вон еще появились, видите? Я открываю огонь! Еще двое слева! Валим их! Редко бьешь! Ирландец, давай к нам! Кто-то еще движется? Мы все грохнули! Чисто! Руки, пока да? Чисто, ребят. Давно не было еще такие игрушки, Дима. Кто сказал, что мне это... Мне нравится. Чем мы можем менять другое оружие? Могильщик, все, выдвигаемся. Угу. Крепость, это могильщик главный. Пакет у нас, но мы расширили осиное гнездо. Движемся к точке эвакуации. Вас понял, могильщик. Вертолет на подходе.
Переведите отряд на позицию. Конец связи. Внизу, в подъеме. Они нас пока не заметили. Надо им сразу завалить. Пометят и дай сигнал. Пометить? Ты видел это? Что там? Ну что? Отлично сработано, Магич. Так, вроде более-менее разобрался. Вот пада жуче. Он готов, Рекер! Атакую! Так, ладно. Попробуем отсюда. Чисто. Чисто. Ёшки-кошки. Что ж тут происходит, а? Ох ты, блин, перезарядиться забыл. Еле держусь на ногах, но стою. Давайте, спускаемся! Чётко ходил. Все целы? Сделай, чтоб в ушах звенело. Эй, подожди. Как? Давай, сделай проход, Рекер. Как? Все ой, ёшки, сейчас рванёт. Целый день мы ждать не можем, а другого вон пути нет. Так, давай уже взрываем чёртову стену. Да взрываю, взрываю, подожди ты. Ой, бля. Сейчас, подождите, ребят. Вот так вот. Чудесно. Пошли. Ага. Ну, поехали. Магичек главный, это же птица 2-1. Мы на подходе. Каково расчетное время прибытия? Прием. Рад вас слышать, Хокинс. Мы приближаемся. Уводи своих парней на крышу. Не заставляйте меня ждать. Бинокль? Просканируем всех, Рэк. Вон то здание. Это скорее половина здания. Давай, Рэк, бинокль очень полезная штука. Да понятно, что полезная да. Штука. Две дымовые трубы прямо впереди. Видишь, Рэкер? Бинокль. Точка эвакуации должна быть на юго-западе. А чё? Эй, блин. Ладно. Не разобрался, где бинокль. Бежал, падла. Вот тут бы винтовочка не помешала. Чё, свои что ли? Внимание! Вижу впереди множество тепловых сигнатур. Отмечайте цели. Поняла. Вхожу.
бежим, бежим, граната. Все, что, все, разобрались? Ну, уже дальше. Окей, давай нам цели. Чуваки, а вы не хотите со мной? А, вот, со мной сели. Ну, молодцы. Готовы работать. Ох ты, вот это управление. Поехали, поехали. Ох, ёшки, кошки. На, нахрен. Ой. Извините, я не знал, что так получится. Лучше мы сейчас пешочком. Так будет надежнее. Заново нужно заточить, ладно. Внимание, вижу впереди множество. Вот. У нас же тут есть. Так, вот это на. Главных сигнатур. Чё, да? Я прикрою ваше продвижение, только отмечайте цели. На, готов. Ох ты, ёшка. Что такое? Поняла, жду цели указаний. Ах, блин, патроны кончились. Готова атаковать дальше цель. Все? Всех раздолбали. Ну-ка. Давайте-ка вот это попробуем. Так, 11 патронов. Это будет получше. И не хочу я что-то, я уже как-то. Готова работать! Хакер, выходи оттуда! Вижу, вижу, что там граната. Понятно, что готово, подожди. Я не знаю, куда тебя направлять еще. Вон они бегут. Поняла, жду цели указаний. Вот что? Можешь-то, блин. Ай, блин, патроны кончились. Давай быстрее. Готов. Кто там, где там еще стреляет? Откуда это? С верхушки? Нет, не с верхушки. Вон он бежит. Готов. Вот еще один. Еще готов. Так. Вон они, вон они. Рекер, уходи отсюда! Вот, твою мать! Окей, давай нам цели! Так, перезарядимся. Вот это я понимаю, война. Чё, где? Так, давайте чуть-чуть патрончик возьмем. Вот. Я даже не знаю, куда тебя отправлять, нужно ли мужчина. Ладно. Поняла, жду цели указаний. Так, ну вроде чисто, ладно. Готова атаковать, дайте.
затем в слепую трубу. Так, я найти выходницу. Вот. Сейчас мы... Окей, давай нам целим. Кто где? Чисто что ли? Чужу всех раздолбал. Вижу еще противников на холме впереди. Где? Контакт! Прямо впереди! Поняла, жду цели указаний. Почти добили. Лука сидит. Так вот. Они спасаются бегством. Вперед! Давай, давай. Дверная труба! Это единственный путь! Уже почти на месте! Все вытащим! Вот здесь вот снайперка совсем ни к чему. Что-то. Есть трекер, он готов. Перезаряжайся. Да сейчас, подожди, да сниму этого гада. Достал. Так, наверное, нам наверх надо забраться. Сверху лучше взор будет. Вот это дело. Ох ты, черт, сколько его там. Так, граната бросить. Блин, помазал, где? Да, я уйду, тут такая позиция классная. Так, ладно, бежим дальше. Со стороны входа! Патрончиков не помешало. Сейчас побываю за черти. Меня мурашки по коже от этой старой развалюхи. Ага.
сильно зараза напоминает Гениадоне. Прости, что я там засветился. Не бери в голову, мы все живы. Это самое главное. Чисто? Углы, парни. Мы наверх в этой хреновине поехали? Так быстрее всего. Да и искать другие варианты некогда. Чё ты мне... Это раз и не смотрели. Думаю, я буду в полном восторге. Заткнитесь. Смотрите оба. Могильщик главный. Радар показывает противника в воздухе. Ох ты, ёбки! О, да! Все на месте, все живы. Это пакло разнесет все тут нахрен! Бежим! Бежим, 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 чуваки! Далеко еще! По-моему, это верхний этаж. Бег-бег! Могильщик главный, где вас черти носят? Да здесь мы! Бежим, бежим, бежим. Залезайте сюда, здание шатается. Ёп. Чёрт, с дороги, не подходите. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас, блядь, отпилит всё нахрен. Вот и улетели, блин, чуть трубу не прикрыла. Да что же это такое? Черт, меня попали! Падаю! Я упал! Вот и вертушка наша прилетела. Сейчас смотри, живучий зараза. Камнем приложила таким бузеньком, но он еще дышит. Ну и че? Так даже интереснее. Его придавило. Попробуй. Я тут рекер вытаскиваю. Давай, чухивайся. Молодец. Ты еще кто такой? Выходи быстро! Выходи! Помогу! Пожалуйста! Я помогу! Нет, пожалуйста! Нет, уходите! Опасно! Выходите! Грейкер, мне нужен твой нос! Зачем? Что там сюжет? Придется резать нос! Что придется? Грейкер, иди сюда! Если вам попадает в кокан, он отрезает тебе лапу, чтобы выжить! Но же! Кости все равно раздроблены! Тут только мясо и ткань! Ядрён батон. Нам нужно ехать. Он умер? Нет, не умер, а просто потерял сознание. Теперь я не знаю, ты вроде как раз рискованный. Это были трёх часовые пушки. Ёпки, блин, доставай. Давай быстрее, вставай. Поехали, поехали. Садись в машину. Быстрее, чухивайся, ну что ты? Поехали. Эти альберы славные ребята, да? Чё ты? Ну, садись. О, нормально. Крепость, это могильщик. Наш вертолет подбит. Нужен другой вариант, как слышите? Могильщик, это крепость. Вторая эвакуационная группа в пути. Езжайте 3 километра по дороге на запад. Здесь, конечно. Ебанутыми. О, все, иди. На мольке. Где вертолет? Не знаю, я смотрю. Ага! Сильно меня убьет. Дан, дыши медленнее. Мы довезем тебя домой. С тобой. Постараюсь, постараюсь. Если полученные данные насчет недоручанных русских подтвердятся, домой никто из нас не поедет. Кстати, управление здесь неплохое. Довольно-таки неплохое. Бак, что такое?
Ёшки, ну где отсюда? Сможем оторваться? Так, ну, это, блядь, зря. Вот, ты мне нормально. Нормально выглядишь. Где же это падло? Куда он делся, видишь его? Да что такое? Я не видел, куда он, блин, делся. Вот, вижу, приготовиться. Черт, на куличке. Подожми, черт возьми. Да куда уже, в пол надавил. Че, приплыли? Ну-ка давай назад. И это что было? А, блин, надо было ирландцу отдать, перезарядить. Ладно, понял. Дурак. Исправимся. Че, поехали? Погнали. Вторая попытка. Сейчас я его долбану. Мочи этих мудаков. Это опять же мимо. И попал. Блин, вот оно как. Да. Могильщик раздобыл данные. И что? В случае военного переворота в Китае, русские будут на стороне адмирала Чана. Это подтверждение рапорта нашего агента в Китае. Значит, штаб-сержант Дан погиб ради того, что мы уже знали? На улицах Шанхая массовые беспорядки, капитан. И тут замешаны русские. Нам нужно было знать наверняка. Наше закрытие Суэца – это уже довольно деликатная проблема. Один неверный шаг – и будет война. У вас приказ, капитан. Слушаюсь, сэр. Мы направляемся к восточному берегу Китая. Ну, всплыл. Военное положение, блядь, для миллиарда людей. Они в бешенстве из-за убийства Цзиньцзе. А кто это, сэр? Он мог стать следующим президентом. Прогрессивный человек. Добивался от правительства прозрачности, честности, свободы слова. Адмирал Чан убедил немало людей, что Цзэ убили мы. Если ваша операция провалится, у Чана будет нужный ему повод подкинуть реальный объект для всей этой ярости и ненависти. Будет война. Ваша задача – вывести випов из башен Чжию целыми и невредимыми. Координировать эвакуацию будет секретный агент Ласло Ковик. Используйте оружие только в случае крайней необходимости. Рекер, штаб-сержант Дан считал, что именно вы должны руководить командой и отдавать приказы. Его гибель – это без преувеличения трагедия. Я бы не хотел пожалеть о том, что выполнил его волю. Сделайте все правильно. Не высовывайтесь. У вас нет права на ошибку, парни. Так, ну что ж, ребята. Первым, так сказать, начало мы сделали. Надеюсь, с машиной ничего не случится. Успокойся, братишка. Давайте, наверное, закончим. Все будет в порядке. Заново начнем по-большому.